Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. Я рад приветствовать тебя на своем обучающем курсе «21 убойная идея, как повысить продажи в автостраховании». И уле-ула, идея номер два, которая для многих не очевидна, но на самом деле, если ты с самого начала начнешь внедрять ее, то в будущем, в самом ближайшем будущем, твои продажи вырастут существенным образом. А идея заключается в том, чтобы реализовывать и использовать в своем бизнесе CRM-систему. А желательно, чтобы эта CRM-система была облачная. Что такое облачность? Это доступность этой системы из любой точки мира. То есть везде, где есть интернет, можно зайти в эту систему и, соответственно, увидеть, что происходит с своими клиентами, кому нужно позвонить и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что само внедрение CRM-системы, как правильно это сделать и так далее, и так далее, оно занимает очень много времени, очень много идей, очень много возможностей при реализации CRM-системы есть. Но основная фишка, если ты хочешь увеличить свои продажи в автостраховании, у тебя должна быть облачная CRM-система. Только внедрение облачной CRM-системы на самом базовом, на самом начальном этапе уже позволит увеличить тебе свои продажи. Если ты сейчас ведешь бизнес, например, в Excel, либо в блокнотике, то, конечно же, внедрение CRM-системы, облачной CRM-системы приведет к тому, что твои продажи увеличатся. А если ты хочешь более глубоко, более подробно этот вопрос изучить, у нас есть обучающий курс, точнее тренинг, 5-дневный бесплатный тренинг, как стать финансовым экспертом в области автострахования, и мы там много говорим, в том числе и про CRM-систему. Поэтому посмотри, может быть, рядом с этим видео есть ссылка на этот тренинг. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк. И если есть у тебя вопросы, замечания, предложения, то очень буду рад, если ты их напишешь в комментарии под этим видео. Кирилл Рыбасов, обучающий курс «21 убойная идея, как увеличить продажи в автостраховании». Удачи, счастливо!